Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Мы продолжаем проходить игрушечку «Глаза Ара». Я нахожусь в детской комнате. Дверь у нас открыта, мы можем двигаться дальше. Но кирпичи не дают мне покоя. Я чё понял? Клементина знает про лазы и секреты, Алекс тоже, но Клементина нам оставляет подсказки. Это детская. В детской, конечно, есть ее порванный дневник, но здесь же, в детской, внимательно осматриваясь, я нашел еще одну записочку. Она очень хорошо скрыта. Кажется, поняла. Если все так, как я думаю, то нужно поставить средний кирпич в третьем ряду в верхнюю позицию последним. И дверь должна открыться. Пора уже узнать, что спрятала сумасшедшая Катерина. Я пойду туда сегодня ночью, когда все уснут. Может, я найду там что-нибудь, чтобы напугать Алекса. Я уже сказала ему, что если он продолжит вырывать страницу моего дневника, то ее призрак придет к нему ночью. Надеюсь, я смогу этому поспособствовать. У-ха-ха-ха. Такая вот записка. Получается, что средний кирпич в третьем ряду... Надо поставить верную позицию последней. А и тогда все откроется. Блин, хорошо запрятано, хорошо. А я... Где это? Это я не помню. Где? Где-то внизу. Где-то внизу. А средний кирпич в третьем ряду. Третий ряд — это здесь. Значит, его надо сначала, наверное, выдвинуть. Потом набрать всю эту комбинацию. Кажется, так, а потом... Так, подожди, я правильно набираю комбинацию? Во! Здесь действительно есть... Можно я туда не полезу? Есть куча секреток в этом замке. Естественно, здесь есть истории о ее бывших жильцах. Туда я не знаю, как пройти. Но полезли. Ого. Да тут целая комната. Здрасте. Что-то в игре есть какое-то второе дно, да? Типа можно просто игру пройти, а можно внимательно ее проходить и узнать какие-то секреточки. Я вижу рычаг. Я его пока не буду дергать. Мы его, конечно, сейчас дернем, но просто... Как мать звали? Мать же это не сумасшедшая Катерина, это... Ну, хотя вот эта комната похожа на какую-то спиритический вудушмуду хрень, в которой мать могла что-нибудь колдовать. Я внутри, и все тайны сумасшедшей Катерины теперь мои. К сожалению, отсюда в башню не пробраться. Но ничего страшного, в этой комнате и так все довольно странно. Что можно было найти только... Что можно было найти ее только из-за этого. Самое странное то, что мне уже снилась эта самая комната, и когда я попала в нее в первый раз, то меня не покидало чувство того, что я уже была здесь. Но я даже не успела толком подумать, как появились огни, как много их было. Они появились из ниоткуда, покружили вокруг меня и внезапно улетели. В моем сне их не было, а комната была темная и пустынна, словно гробница. Такое чувство, что давным-давно я уже видела все это. В этом замке что-то неладное, я хочу знать, что именно. Я тоже. Я тоже. Ну, давай дернем за рычаг. Котик. И фотография, да? И что, была такая большая комната сделана только из одной фотографии? Ну, конечно, не только, это как бы дает нам истории.
у тех, кто здесь жил. Слишком реалистичные фото, блин. И каким-то фильтром бы, что ли, зафигачили старомодным. Ну, прикольно, прикольно, конечно, ладно. Действительно, будет смысл потом поискать все секретки. Ну, по крайней мере, они не банальны. И это классно. Ну, ладно, пойдем дальше. Мы продвигаемся к башне. Ладно. Кнопка. Много проводов. Сюда надо что-то вставить. Шарики эти света. Светошарики. Может быть, но я не буду это утверждать, что синие шарики и желтые шарики это что-то разное. Ну, то есть понятно, что это разное, но может это какие-то разные души. Бредовая мысль, конечно, но... Здесь все довольно странно. Ладно. Сервер недоступен. Ладно. Можно мне уже с чего-то начать распутывать весь этот клубок? Ага. Это... мистовский Channel Woods? Или что-то очень на него похоже? Хорошо. Тогда запитаем пока вот эту хрень. Или их надо две сразу запитать. Воу-воу-воу, чё началось-то? Какой мне символ нужен? Почему именно этот? Я не знаю. Ну ладно. Но мы там, типа, кого собрали? Кого-то собрали. Мы во время игры что собирали? Близнецов и рыб, да? Весы точно нет. Почему? Откуда я должен знать, какой из символов собирать? Ну, ладно, я собрал. Я все сделали. Не знаю как, но как-то сделали. Раньше какой-то книжки было. Но я не находил.
Так, а ты не полетишь, да? Ты типа говоришь мне, что, чувак, здесь еще есть что-то интересное. Понятно. Ну, я пока вверх пойду. Тут у меня делать вроде нечего. Окей. Какие-то коды. Ужасно, разрабы, ужасно. Хорошо. Ключ, нужен ключ. Один. А где два? Причем здесь белый, черный, непонятно. Не, ну я как бы не теряю надежды разобраться. 5-3 из 30. Да, это новая часть. Хорошо. Очень хорошо. Очень интересно, но нифига не понятно. Ну ладно, пока пошли дальше. Что ты смотришь? Сервер недоступен. Но надо включить будет где-то сервер, а потом будет доступен. Панель, резкости, резкость, мощность. Что-то там с вращением оси. Колебания амплитуды. Ну, понятно, что он экспериментировал над этими душами. Непонятно, что, зачем и как. Замок пустует уже 6 месяцев, и я начинаю скучать по Клементине. Меня вдохновляла ее любознательность. Я человек эгоистичный и открыто признаю, что скучаю в основном по ее влиянию на глаза. Что в ней им показалось таким интересным? За все годы, проведенные здесь, они, конечно, стали интересоваться и мной, но это не идет ни в какое сравнение с их отношением к ней. Может, я просто мелкий кусочек большой загадки? За гранью моего понимания. А Клементина была чем-то особенным. Мне нужно понять, почему. Они просто любили палить за маленькими девочками. Вот такими быть. Хорошо, что теперь у меня достаточно времени. В замке снова тихо, только мои смотрящие друзья при мне. Если раньше они не особо охотно давались к изучению, то теперь они, кажется, пошли на контакт. Многие даже самовольно давались для изучения. Они необычные создания. Их оболочка сделана из какого-то металлоподобного материала. А внутри находится бесперебойный источник энергии, происхождение которого мне неизвестно. Если бы я только мог пролезть внутрь одного из них, разрешат ли они такое? Не разозлятся ли? Какова граница их ощущений? Безумные ли они машины, сделанные кем-то очень умным для какой-то очень секретной цели? И что это за цель? У меня так много вопросов, и меня терзают сомнения. Я узнаю настоящую природу этих машин, откуда они пришли и какова их конечная цель. И я уверен, что цель моей жизни — раскрыть эту тайну. Окей. Высокомощный эксперимент. Усилитель фазы, изоляция, основной образец. Короче, надо что-то будет поместить, а потом понастраивать. Вот как вот здесь нарисовано. Окей.
Это очень похоже на серверную в некоторой степени. Мне нужны сюда какие-то ключи. Я слышу там очередное радио. Ну ладно. Пока пойдем дальше. Возничий лев. Орион и дракон. У меня очень много созвездий разных исполнений. Но насколько это нужно? 805-892. Тумблер. Типа черные положительные, белые отрицательные, да? Типа 5 плюс-минус 3 это 2. Ага. Ладно, разберемся. Хорошо, что записки остаются. Мне надо что-то выставить под каждым постаментом, но что не ясно. Вот этот этаж несколько посложнее других. А такого я вообще раньше видел. Ну, если по возрасту, то тот первый, это второй. Это третий. 819 век, а этот четвертый. Это, наверное, какие-то очень умные люди. Но я не знаю их. Вы кто такие, я вас не звал. Можно вниз куда-то? Я думаю, это как минимум будет не лишнее. Руль у нас такой же есть. Я, правда, не спрашиваю, кто додумался штурвал приколотить к стене, но почему бы нет? И Джейн приблизилась, и только они подошли к высокому красивому пламени, то увидели огромную странную форму глыбу льда на самом дне полюса. Чистую, гладкую ледяную глыбу с глубоким оттенком прусского голубого, каким отливают айсберги, меняющий цвет на свету. Как кусочки стекла из бабушкиного канделябра, что висел в доме в Лондоне. «Форма очень странная», — сказала Джейн. «Почти как...» Она отошла на шаг назад, чтобы разглядеть. «Почти как дракон». «Очень похоже на фонарные столбы на набережной Темзы», — заметил Джордж. Осматривая завитушку, очень похоже на хвост, что обвило Северный полюс.
«О, Джордж!» — закричала Джейн. «Это дракон! Я вижу его крылья! Что же нам делать?» И точно, это был дракон. Великий, сияющий, крылатый, чешуйчатый, клыкастый, с большим ртом из чистого льда. Должно быть, он решил прикорнуть у теплого источника в ту пору, как из него еще струился теплый воздух с центра Земли. Но со временем стало холодать, и столб пара превратился в Северный полюс. А дракон замерз, так и оставшийся тут на многие года. Он был одновременно красив и ужасен, на что Джордж ответил. «Оу, не переживай. Я думаю о том, как бы подобраться к полюсу и опробовать компас, при этом не разбудив этого гиганта». Дракон был действительно красив во всем его чисто прусской голубизной радужным блеском боков. Из узоров замороженного дракона вздымился, словно столб Северный полюс, словно великий бриллиант, немного потрескавшийся местами от полярного мороза. И только этот треск нарушал великую былую тишину, в середине которого возлежал дракон, подобно огромному драгоценному камню, и прямые огни пламени, словно стебли высоких лилий, лизали небо вокруг него. У нас есть созвездие дракона. Я не знаю, как эти вещи сильно связаны, но... возможно, это подсказка, какое из созвездий нам нужно. Мы что, сейчас посмотрим слайды? Нет, это что-то должно быть по кругу. Я понял, откуда вот это. Это вот это вот. Ужик. Хорошо. Вот этот, наверное. Я все собрал, нет? Но это похоже на созвездие дракона. Или нет? Ну как бы, ну просто лежит боком, ну. Если только кусок. Ну, вот он, ладно. Хорошо. Ну, короче, так. В любом случае, вот так. Башку наверх. И здесь я все сделал. Куда нажать? Наверное, вот так и оставить, потому что типа все светится, типа все хорошо. Куда тут можно 30 монет запихнуть? И почему их 30? Что за иудейские отсылки? Что за 30 серебряников, мать его?
Ладно, пошли пока по кабелю, не знаю. Я, может, серверную запустил? Подожди, ты ж только что мигала. Что, сломалось, что ли, все? Не понял. Только что работало. Ладно, не знаю. Я знаю, что мы еще сейчас можем тут сделать пока что, но это я пока что-то не знаю. Как-то странно. Вроде ж мигало. Или у нас коллективный психоз? Во-первых, мне вот где-то был нужен ключик. Я не помню, где. Где-то, по-моему, был нужен. Там... Вот. Ну, окей. Так, теперь по поводу символов. Вжих. Ну, или вот отсюда. Вжих. То есть 6. Нет, стоп. Чё почём? Белые звезды — это минусовые звезды, черные звезды — это плюсовые звезды. То есть, а какие из них черные? Вот эти или вот эти? Ну хорошо, вот эти, допустим, это черные, это плюсовые, это минусовые. Тогда у меня отрицательный результат получится. Может, все-таки полнотелые — это плюсы, а пустотки — это минусы. Ну тогда ладно. 6 минус 3 — это 3. Неожиданно. И 3 плюс 7 — 10? Это может быть 10. Так, теперь по градусникам. Третья рисочка. Давай, ползи. Ага. Так. Ну, пока более-менее логично. Так, давай дальше. Блин. Но тут, видишь, тут вопрос, откуда начинать? Потому что могут быть другие значения. Ага. То есть, типа, 7 минус 3, 4. Минус 6. Минус 2. Минус 2 плюс 5. 3. Выходит, что 3. А 3 — это 2,5.
Ну, вот тут где-то примерно 3. А, только это надо на второй делать, а не на третий, да. Вот так. Третью, конечно, можно было и подобрать. Чё ты вот это, вот это? Кто тебя сюда прилепил, мужчина? Зачем? Так, теперь это. Разве так? Ну да. Пять. Минус шесть, минус один. Шесть. Я насчет трех, кстати, не уверен. Четвертая риска. Как понять, правильно ли я это сделал или нет? Непонятно. Наверное, не очень. Ну, как бы метода понятная, но не понятная. Да нет, фигня. Если мы, допустим, сделаем так, это будут отрицательные числа, и здесь никаких других вариантов быть не может. Чё я упускаю? Чё я упускаю? Я кнопку, наверное, упускаю. Естественно. Как-то у меня странно с этой игрой получается. Я имею все, что надо. У меня есть все, что надо для решения. Я даже решаю, но очевидные вещи не вижу. Ой, бред. Так, хорошо, ладно. Мы какую-то педальку нашли. Педальку. Так, вот это зачем? Вообще что? Я не уверен, что это. Но это явно не отсюда пиндалька. Я понял, это на низ. Это на низ. Это на вот сюда. Ну, по крайней мере, похоже. Это лесенка, да? Это лесенка куда-то еще. Это серверная. Но если это не серверная, тогда я не знаю, что это. Ставьте диск. У меня есть кусок перфокарты. Тебе пойдет? А, наверное, нет. Вот опять весь потолок в этих. Что-то на компьютерном, не знаю. Непонятно. Потом подумаем, потому что пока не уверен, где это нам может быть надо. Может быть, это просто шифр, а для него потом ключ будет нужен. Но то, что здесь какая-то супер-бомба-комбо нужна, это факт.
Это, наверное, чтобы фотку достать. А, подожди. Если все это стрелки... Ну, мы просто сейчас пойдем от обратного и будем набирать. Хотя, зная, насколько это криво работает, я не удивлюсь, если мы сейчас с вами их все пощупаем, но при этом ничего не добьемся. Ну, может, потому что их, может быть, придется делать в нужном последовательности и порядке, как с тем потолком, да? Хотя как это сделать, если мы идем, в принципе, от обратного? Мне не очень понятно. То есть я вижу, как это прослеживается. Логика этой загадочки. Хотя я не могу сказать, что это очень легко с таким управлением. Более того, я не уверен, что мы... не воспользовались... дважды одной и той же. Вот эту я крутил. Но может быть и нет. Окей. Не бог весть какое достижение, но выглядело это довольно сложно. Сколько компов? Компов 3. Четверка круг у нас есть. А вот вилки... Ну, вилка вот тут, вилка, кусок оторванный. Зачем мне смотреть на мониторы, я не понимаю. Ладно, неважно. Пошли вот туда. Там мы еще не были. Я, кажется,
Начинаю немножко тут блуждать. Вот надо что-то ставить или включить. Еще один штурвал, третий. Туда надо три рычага собрать. Хорошо, по крайней мере, понятно, куда рычаги. Это, возможно, комбинация для штурвала. Типа два влево, один влево, три влево, один вправо. Что-нибудь типа того. Или то, как дергать рычаги, но я не уверен. Окей, два собрали. Я вроде бы в башню шел. В итоге оказался в каких-то катакомбах непонятных. Окей. Второй, первый, третий вниз. Первый вверх, третий вверх, первый вниз. Окей. Второй, первый, третий. Первый, третий, первый. Прям водитель крана. Ну, хорошо. Загрузочный диск. Доступ к серверу. И это неплохо. Что-то там вон какая-то картина. Что-то вот тут вот какая-то решетка. Ну хорошо, я надеюсь, мы хотя бы серверную эту запустим, нет? И вообще, куда мне? Вот сюда мне. Добро пожаловать. По 7 часов, да? А последние прервали... Прервали чуть раньше. Напечатать что-нибудь, напечатай мне там. Что-то там я напечатал такое. А, ну во. Я же говорю. А этот вот такой будет. Тем старая как. Мне надо сначала терминал раскачать, да? Хорошо, не проблема. Блин, так. 81768. Ой, это надолго.
Access denied. Ага. 39783. Access granted. Так, окей. Я прям мамкин хацкер. Так, вот этот вот тут вот. Ну, типа оторванный. 24195. Блин, ну ведь могу ведь, когда хочу. А ну-ка. В работе. Сегодня 10.01.17 года. Ура! И сервер в работе. Ну, ладно, мы, короче, сервер починили, это нам что-нибудь где-нибудь куда-нибудь открыло, а вот что-нибудь где-нибудь и куда, это мы уже с вами посмотрим в следующей серии. На этом пока все, друзья. Большое спасибо вам за внимание. Очень странная штука получается. Мы вроде шли в башню, оказались в каких-то канализациях. Замки действительно полны-полно всяких секретных проходов. Но это немного не то, что я ожидал на самом деле, потому что все время поднимался вверх-вверх, а тут оказалось, что надо куда-то в подземелье. Ну, впрочем, пусть будет так. А на этом пока все. Большое спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте ваши оценочки, рекомендуйте канал знакомым. И до следующих серий. Всем пока.